Yeah!
ir buvo labai sunkios rungtynės. Kas sunkiausia buvo šiandien? Sunkiausia turbūt buvo priešininkų puolimas. Labai gerai priešininkas atakavo vartus, nedavė pračiūžimo, lengvai nedavė atiduoti ritulio. Kodėl taip, na, prastokai suvedė trečiam kelinyčiui, bet tu tikrai govėtis atidėti visas eigas trečiam palūrą? Nežinau, galbūt atsipalaidavom biškį, bet manau vis tiek išėjom į trečią kelinį kovodami. Pirmieji du įvarčiai buvo labai kvailoki. Teisėjas, manau, irgi buvo jų pusė, mums nieko nedavė jokių dviejų minučių. Ką galiu dar pasakyti? Manau, teisėjai buvo jų pusė ir viskas tik tai. Ačiū. По вашему взгляду, главная причина такого не очень хорошего третьего тайма? Причина в том, что есть, скажем, игроки в обороне, у которого еще нет такого опыта, чтобы довести игру до конца. Немножко пропала концентрация, пошли немножко ошибки и не выдержали, скажем, давление соперника. Но первые два тайма в игре, они как бы вашу установку выполняли, оборонялись, боролись. Ну, еще раз повторю, потому что немножко недотерпели. 20 последних минут, не то, что они подумали, что игра уже сделана, просто недотерпели, скажем, быструю игру и такую агрессивную игру соперника. Да, пошли удаления, пропустили голы, и, конечно, в такой игре тяжело, когда уже проигрываешь две шайбы, отыграть с таким соперником. Поэтому так-то ребята молодцы, сражались, упрекнуть некого. Это была первая игра, и на чемпионате у нас еще завтра и еще 4 игры, и должны готовиться уже к следующей игре. Как вы оцениваете такие моменты, когда не засчитываются голы? Ну, это уже, скажу, конечно, в моей практике таких моментов мало было. Удивляет то, что как бы нету видео гола, чтобы просмотреть, потому что все-таки ребята стараются, выкладываются 100% с огромным желанием, и здесь каждая шайба очень важна. Поэтому я хотел бы просто оставить это уже на совести судей и вообще на совести организаторов. Поэтому, как говорится, после игры, да, махать палкой нет смысла, но я думаю, что с начальством переговорим, какие-то, скажем, свои высказывания мы должны сказать им.